Инспекторы ГИБДД подвели печальные итоги. Цифры шокировали полицейских. Оказалось, из 1500 аварий с участием пешеходов, каждая вторая случилась на переходе. За 4 месяца этого года совершено 436 ДТП с участием пешеходов, из которых 200 совершено в зоне пешеходных переходов. По данным ГАИ, 8 человек погибли. Полицейские говорят, что водители расслабились за рулем и потеряли бдительность. Зачастую не готовы к тому, что пешеход может появиться на переходе внезапно. В итоге сбивают людей. К примеру, эта женщина шла через дорогу по светофору на улице братьев Кашириных, но попала под колеса лихача. Травмы оказались смертельные. Виновен водитель и в этом ДТП в Ленинском районе. Шофер задавил мужчину, который переходил дорогу на зеленый. Инспекторы ДПС настоятельно рекомендуют автомобилистам не отвлекаться от управления.